Всем привет, друзья мои! Сегодня готовим вот такой красивый и очень вкусный закусочный торт. Для приготовления такого закусочного торта нам понадобится слоеные коржи. Сборку торта начинаем на той же тарелке, на которой будем подавать. Выкладываем первый корж, смазываем его майонезом. Первым слоем выкладываем отварную куриную грудку, разобранную на волокна. Далее опять кладем вафельный корж и смазываем его майонезом. Следующим слоем будут консервированные шампиньоны. Далее опять же корж, смазанный майонезом. Сверху выкладываем зажарку из моркови и лука. Далее очередной корж, смазанный майонезом. Сверху выкладываем на мелкой терке натертый пару плавленных сырков. Сверху выкладываем еще один корж и смазываем опять майонезом. Теперь выкладываем еще один слой отварной грудки. Закрываем последним коржом и смазываем его тоже майонезом. В таком виде оставляем часик на 3, пусть все это пропитается, и дальше продолжим. Торт простоял 4 часа. Теперь на мелкой терке натираем твердый сыр и сверху его присыпаем. Ну вот и все, друзья мои. Такой тортик можно кушать как горячим, так и холодным. Можно поставить его в духовочку, подтает сырок, он прогреется, будет еще вкуснее. И на этом я закончу свое видео. Надеюсь, мой рецепт вам понравился. Если понравился, пальчики вверх. Всем пока-пока.